Блогер Евгений Синюков рассказал про пропавшего Валерьяна Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской Садовой. Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. Уверен, что Валерьян Владимирович сделал для нашего города и его народа куда больше, чем разрекламированный и конъюнктурно выгодный господин Алабин. Фигура подозрительная и неоднозначное. Многие из ныне живущих самарцев должны благодарить Кубышева, что вообще живы, так же, как и товарища Масленникова. Без них, кто знает, как бы бескровно прошел октябрь 1917 в Самаре. Почему бы нынешним самарским городским и областным властям не привести в порядок места, связанные с памятью Куйбышева, спрашивает Синяков. Влогер Виталий Кавригин с иронией рассказал и показал, как живут и голодают в деревнях Самарской области. Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках, от того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией, едим то, что вырастили. Как же нам не хватает города? Никогда не приезжайте в деревню, тут так плохо, тлен и запустение, разруха. Смеется автор. Одной из главных новостей для самарцев стало сообщение о фейковой группе «Таинственная Самара» в соцсети ВКонтакте. Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи «Бизнес» и «Эконом-класса». Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, пролоббировали подобное разделение самарского трамвайного подвижного состава. Трамваи, развозящие буржуев, оборудовали удобными креслами и подогревом. Пассажиров кормят. В салоне работают кондукторы модельной внешности. Существуют дополнительные люкс-услуги – люкс -услуги, подача трапа, протирание пола под ногами и езда побыстрее, помедленнее. А вот бедняков самарчан на окраины будут доставлять трамвая эконом-класса. С них сняли крыши и убрали сиденья, а на рельсы вывели самых толстых кондукторов. Подобный юмор понравился самарцам. Пост собрал сотни лайков, перепостов и комментариев.